Всем привет, дорогие друзья. Всем привет. С вами, как обычно, Буди. Enter. И мы с вами начинаем обозревать карту H4P2. Да, это у нас четвертый раунд Альмера Капа, который проходил с 28 февраля по 3 марта. Прислали достаточно много демок, как, собственно, и обычно. Вот, карта... комбо, есть гранаты, есть ракеты, есть стрейф, наверное, немножко, как и в любой другой. Поэтому, наверное, давайте начнем. Появляемся мы сразу в этой трубе, где нам дают мигу, дают броню. Есть луна, есть кишки, слезы. И это, судя по всему, телепорт, который кидает нас в трубу. В трубе летим, попадаем в еще один телепорт и выходим откуда-то из него. Да, и оказываемся где-то здесь. Вот я вижу сразу там вот ракета есть, и тут рампы. И нужно ли вот это использовать ЦПМ, если можно просто долететь до ракеты? Вот это вот мне сразу интересно. Эта рампа используется, а это тоже по этой тоже можно. Так, ну окей, допустим, мы это не увидели, у нас... какие-то непонятные три штуки. Три блина. Обов нету, судя по всему. Обов здесь нету на карте? Честно, ну... сейчас они выключены. Да. Так. Написано рука, но она не толкается. Открывается выстрелом. Достаются вот эти вот как раз падики. Дальше мы можем... ага. Попасть вниз. Да, потому что это падает для ВК-3, судя по всему. Точнее, заточены под выкуп. Каждый следующий пад, видимо, открывается по триггеру. То есть кнопками открываем этот пад. А после этого пада уже, допустим, прыгая на него, открывается этот. И прыгая на него, открывается этот. В принципе, все просто, все логично. Добираемся до ракеты и... собственно, есть вот там вот уголок. Есть там рампа. Давайте попробуем как-нибудь... так, здесь дают Battle Suit, здесь у нас кнопка, окошко. А, вот, и показывает, это, видимо, центр карты, и нам показывают как раз на экране, что открываются двери. Оружием тоже она не открывается, поэтому открываем пешком, заходим внутрь, дают нам гранаты. Тут все, видимо, можно обстреливать рокетом, дают нам еще патроны гранаты, еще патроны ракеты. Так, можно ли... ага, сюда нельзя, судя по всему. Там лесенка слева. Ну, в общем, без воды выбраться, чтобы. Если что. С другой стороны. А, вон вижу. Интересно. Так. Ну, сюда нас не... о, это еще и клип. Отлично, то есть поэтому мы можем стрелять. Собираемся на мир. Еще один телепорт. Еще один телепорт. Змейка, качается Battle Suit, но здесь это... а, и это, судя по всему, финиш, да? Там написано Break 3. Я лихо похватила. Да. Ну вот такая вот карта. В принципе, достаточно быстрая, по-моему. То есть можно очень-очень быстро пройти. Ну, я уверен, то, что если бы ты ее поиграл, она бы тебе понравилась, наверное. Ну, да, вот по первому взгляду, в принципе, очень даже такая... я бы прям сделал, наверное, какую-то грязь здесь. Но здесь по-любому надо как-то вот... вот так вот сразу все, никакие пады не нужны. Отсюда сразу. Сюда. Берем ПС. Ага. Нажимаем кнопку второй раз. Ракет кончилось. Ну, не знаю, давай, Эндер, покажи тогда нам пути. Ой, ну что сказать. Пути здесь, ну, вообще много, но основных здесь несколько. Я, наверное, сначала покажу в ВК-3 дорожку, потом уже будем себе разбирать. Ну давай в ВК-3, про моде.
Ну, появляемся сразу, можно зажать вперед и прямо упасть в телепорт. Это, в принципе, почти сразу мы в него попадаем. В самом телепорте мы сделать ничего не можем, пока в трубе летим, там скорость около 10 тысяч. И не остановиться тут ничего нельзя. То есть мы выходим из этого телепорта, прыгаем два прыжка, попадаем, залезаем на сундук, на второй сундук, ой, на коробку. Сундук. Да, на вторую коробку и вылезаем отсюда, потому что здесь стенка, и мы в нее опираемся, если будем дальше ходить. То есть вылезти здесь по-любому надо. Дальше мы, к сожалению, не можем, как в физике CPM, здесь залезать наверх туда. То есть я как ни старался, у меня никак не получилось. Ну тут, в принципе, это нереально, по-моему. Ну да, вроде нельзя. Поэтому приходится после сундуков, точнее вот с этого сундука, прыгать вообще в другую сторону и прыгать на этот джаббат. Угу. У меня была идея как-нибудь стрельнуть вон в ту... Вон в ту штучку. И как-нибудь так, чтобы с этого места, чтобы вот отсюда. Но, к сожалению, там не хватает высоты. Как ни старайся, не получится. Поэтому приходится использовать джамп-пад. В принципе, зацепляем джамп-пад, запрыгиваем сюда наверх, стреляем в эту кнопочку и прыгаем по падикам. Вот. Прыгнул и опустился. Я просто долго тупил наверху. Нужно это все быстро делать. Выстрел. А черт, промахнулся. Вот, и прыгаем по этим падикам. Для того, чтобы проходить быстрее, вот этот пад можно пропускать. Можно оттуда сразу вот на него прыгать. По идее, это быстрее, экономит прыжок, все такое. Раз, два, ворот. И спокойно пробегаем по этим кнопочкам. Вот, здесь у нас... нам дали 5 ракет. Ну, это я одну лишнюю взял. И нам нужно их как-нибудь потратить. На то, чтобы добираться до кнопки. И потом от кнопки, в общем... вся... Карта рассчитана на то, что на то, как ты потратишь эти 5 ракет. Потому что их можно очень по-разному тратить. То есть вначале. Черт, высоковато, ну ладно. Ну что, вначале мы тратим 2 ракеты на то, чтобы залезть. Но я бы все равно умер. По-моему, нигде нету брони. Вот. Ну и остальная проблема это в том, чтобы, ну, не то, что как потратить, еще и на маленькие такие места, где экономия времени. То есть по падам нужно очень быстро прыгать. Ну и вообще везде. Здесь нам нужно добежать до кнопки, тыкнуть ее, бежать назад и падать вниз туда, быстро в ворота заскакивать. Плюс нам нужно по дороге взять этот батлсуит. Который перелетается наверняка, да? Ну, нет? Да, он перепрыгивается. Ну, да. То есть нам нужно либо по проходу в эту сторону его взять, либо по проходу обратно его взять. Вот. Но здесь тоже как-то по-разному все. Обычно от кнопки взяли один рокет. Дальше я сейчас... Ну, кто-то взял, кто-то делал два прыжка просто как раз на Battle Suit, на уголок. И с этого... Тут читы включены? О, да. Нет. Надо бы, наверное, дивно обзаводить. Дев. F1. Я их и не сохранился. Жалко. Ну ладно. Ну, сейчас себе дашь, все, боюсь. Вот, то есть отсюда можно нажимаем кнопочку, делаем два прыжка, и отсюда мы или падаем вниз, или делаем прыжок и падаем сюда вниз. Дверь в это время уже открыта, ну и мы начинаем туда дальше проходить. Сейчас попробую. Вариант есть, ну если использовать рокет, черт. Попробуем. Можно в один. Ну, если взяли по проходу вперед, то можно одной ракетой. Вот почти до краешка допрыгивать, отсюда соскальзывать. Честно, я уже забыл, как я проходил. Я отсюда прыгал вроде бы. Можно вот так вот падать с краешка при повороте. Черт.
Ну, сюда. Она опять закрыта. Вот, на открытом мы делаем несколько прыжков, подбираем вот этот вот патроны для ракеты и проходим дальше. Здесь есть, ну, не знаю, наверное, несколько вариантов с этой гранаты. Скорость не очень большая. Я, честно, не пробовал даже, я даже не пробовал эту гранату использовать. Я просто делал рокет при приземлении, один прыжок, прыжок на патроны и отсюда забирался вверх. Вот. Можно, наверное, как-то это побыстрее или по-другому сделать. То есть, В ЦПМ, например, я думаю, даже можно 2x ловить, попробовать там можно от в этой конце стенки, туннеля, да? но большинство дорожек забито на то, чтобы потратить как можно меньше ракет и пройти карту. Потому что, когда мы начинаем, вот мы, допустим, залезли наверх, здесь у нас их 5. Ведь 5. Мы потратили 2 ракеты на то, чтобы добраться до кнопки. Здесь обычно одну юзают ракету. У нас осталось 2. После прыжка вниз здесь вообще одна ракета. И здесь нам дают еще 5. То Пять. есть, для того, чтобы забраться наверх, нам нужно потратить около 3 ракет. И здесь нам как раз нужно потратить, ну, можно потратить около 3 или около того. То есть, в идеале до патрон надо, наверное, вообще все ракеты тратить. Ну и плюс здесь есть вариант прохождения, когда мы стреляем, приземляемся на вот эти патроны. То есть, если там в предыдущих комнатах потратить вообще все, ну не вообще все, на одну ракету больше, то здесь можно было после, допустим, одну ракету после выхода из телепорта, вторую ракету после приземления. Сейчас как это? Здесь одну, ноль ракет, и вот последнюю вот на самом краешке можно использовать. Но для этого нужно прям приземлиться на самый край. Это не так просто. Некоторые просто можно было сохранить одну ракету и использовать более полого, стреляя здесь, и не обязательно было до конца прыгать, чтобы здесь последнюю ракету использовать. Вот. Ну, по идее, с этими ракетами проще, особенно в Укутрине, где зигзаги не так уж. Если прыгать зигзагом, очень медленно получится, и с трейфом их вроде бы не перепрыгнешь, и сбоку вроде тоже не завязать ничего. Можно, конечно, вот так вот. Ну, как-нибудь вот так проходить. Но я не уверен, что это быстрее и, в общем, до него далеко лететь. Плюс, хотелось бы отметить, я думал в CPM проходить через верх, но вот здесь вот нельзя так пройти, потому что меня вот так вот поднимает. То есть здесь вот так вот клип натянут, вот таким вот образом. То есть нельзя там прыгать поверху в той фиговине. Ну что ж, тут, в принципе, ничего такого интересного. Ну, за исключением мест, где вы используете ракеты для того, чтобы быстрее пройти. То есть, кто-то использовал ракету, можно было, например, здесь после, ну, сразу, то есть здесь ракету, ой, и вот здесь вот в ту стенку использовать ракету, чтобы быстро долететь до кнопки. Оттуда тоже или одну ракету, или ни одной ракеты, чтобы прыгать сюда. То есть, если использовать здесь все 4 ракеты, то там дальше будет немножко сложнее проходить. Ну, естественно, минус одна ракета, и в конце, может быть, придется попадать прямо на патроны. Ну да. Некоторые сложности сразу. Эх, опять у меня кончился. Тут, по-моему, Читы. где-то дают. Или где? А в самом начале нам давали броню с этим, с ХП, и чтобы нам как раз хватило ХП использовать эти 2 ракеты и добраться сюда. Тут она открылась, нет? Да, открылась. Я не успел. И закрылась. Ну ладно, за Вот. четыре уж. Так и быть. Ну вот, в принципе, в Q3 дорожка какая-то такая. CPM не сильно отличается.
Рому Д1. У ЦПМ, я думаю, как вариант, может попробовать 2х там сделать. Сделать ГБ от пола. Сделать 2х. Ну, во-первых, в CPM есть даблджампы, которыми можно залезть вот туда наверх. То есть не нужно прыгать по этим по платформам, использовать джамп-пад, кнопку, вот это все. То есть экономится сразу полкарты. И мы вот с этого даблджампа, с этой рампочки залезаем наверх. Единственный большой минус вот этой вот рампочки в том, что здесь вот эта вот наклонная стенка. И если мы прыгаем впритык к ней, то мы прилипаем к этой стенке и не можем никак завернуть туда налево. Ну это да, дискомфорт. Это был такой, в общем, очень неудачная штука. Ну, иногда, в общем, я прилипал к этой стене, и приходилось входить вот этот даблджамп прям ровно немножко левее, не цепляя стенку, чтобы можно было нормально допрыгнуть до рокета. Плюс скорости слишком много тоже нельзя набирать, потому что подлетишь очень высоко. Нужна определенная скорость подпрыгивания. Вот. Ну и отсюда есть несколько дорожек. Одна из них это с экономией ракет, вторая без экономии ракет. Если не экономить ракеты, то стреляем две ракеты сюда. Здесь я делал этот буст об кнопку. Причем проблема еще была зацепить эту кнопку в приземлении, только потом бустануть. И потом уже заворачивать туда вниз. Причем вот зацепление кнопки это очень проблемная штука, потому что... Да, надо было ее побольше делать. Да, наверное. Она очень маленькая, неудобная, и на скорости это сложно делать. Сейчас попробую. Да, есть. Изи. И открылось. Вот. Здесь, опять же, есть... Сколько я ракет потратил? Раз, два, одно, так, около кнопки, у меня осталось две ракеты. То есть, из двух ракет здесь... Очень сложно залезть, и даже если мы залезем, то у нас там дальше не хватит ничего, чтобы пройти. Ну, на прямой, да, не будет. Да, то есть приходилось заворачивать куда-то вот сюда, брать вот эту кучку из пяти ракет, залезать вперед. Здесь по приземлению делаем раз рокет, два рокет и три рокет. Вот, то есть, в принципе, ничего такого экстраординарного я не вижу. Я захотел поучаствовать. И не нашел. Ну да, но я говорю, тебе понравится здесь, если быстро проходить, то получается ракет спам твой любимый с кучей ракет и все остальное. Ты прям как ты меня типа оскорбил, но как бы нет. Что нет? Тут типа оскорбил, но нет. Твой любимый ракет спам. С экономией ракет это дорожка. Я пробовал ее, она не очень медленная. Ну, то есть, мы не подбираем те патроны для ракеты. Я пробовал здесь использовать одну. То есть, здесь одной ракеты можно допрыгнуть сюда. А здесь, по-моему, одну все-таки использовал, чтобы завернуть нас. Или нет, не помню. В общем, у меня, я там взял одну лишнюю, мне кажется. Ракеты у меня осталось три. Здесь я с двух ракет залезал на самый верх. Туда, в телепорт. Да, и я все же не использовал, значит. После кнопки я стрейфом проходил. То есть двух ракет залезаю наверх, одну по приземлению трачу и одну там, чтобы на финиш залететь. То есть получается... Так, да. Получается... Нет. Чего? Давай-давай, потом я попробую. Сейчас я попробую еще разок. У меня получалось не очень, как сказать, не так уж, чтобы медленно. А, ну сейчас я вообще стрейф не хотел. В общем, туда можно с двух ракет залезть и до финиша тоже добраться. У меня, по-моему, даже демка такая есть, не очень медленная, но все же... оказалось то, что прохождение с если ну, с поворотом и подбиранием этого ну, да, там с поворотом и подбиранием патрона оно быстрее, потому что больше ракет, все такое. Ну и как-то быстрее получается, когда мы все это как-то вот так вот делаем. Вот этот буст очень неудачный. Рокет, рокет. Здесь можно было на них еще попасть.
Ну да. Здесь и F, рано понимал. Рокет. Рокет и рокет и финиш. То есть, вот буквально. Сколько это? 8 ракет получается. 5 дают там и 5 дают. Даже или даже 10. Так. Раз, два, три. Эх. А, здесь еще по приземлению, кстати. Так как у нас 5 ракет, и мы их не экономим, после вот этого буста, после кнопки, можно было еще рокет делать в пол. То есть бустить, как Вуди показывал, по приземлению ее в пол стрелять. Сейчас попробую. Вот так как-то. Yeah. Да, здесь 3 ракеты. Здесь одна и вот здесь вот одна. В принципе, ничего такого сложного и экстраординарного. Когда я чуть-чуть попробую. Да, давай, покажи класс. Give it all. Got. Так. Долго. Не-не-не. Я думал рокет наперед кинуть, но, судя по всему, тут не хватает, да, спейсинга-то вообще. Либо нет. Надо. Либо. Так вот, сюда. Сейчас дорожку какую-то крутую найдешь. Наверняка я не все. Блин, надо. Я наверняка не все здесь нашел. Ну, здесь не очень много смысла в этом. Проще сделать прыжок из двух ракет залезть. Мне там кажется. В пол лучше, кстати, густить. Ну да, да. Ну и там получается рокет. Если прям вертикально рокет в пол делать и рокет от стены вверх, то ты вроде залезаешь наверх. Не, ну не ну, да. До воды. Не, я понял. Че же мне там демки постоянно, ладно, пишется. Ну. Что тут еще можно показать? Здесь. Здесь это... можно попробовать даблджампнуть на первом этом блинчике. И попробовать стрельнуть в кнопку. Черт. Нет, не хватает. Да, не долезаю. Все равно он высоко находится. А попробуй делать даблджамп на вот на втором. А зачем? Зачем? Если и да... лететь на, как бы серклом делаешь на это, первый. Это физика CPM. Зачем здесь вообще блины, если мы с даблджампа на просто... вылезаем? Просто так? Ну да, просто вдруг можно. Ну, может быть, можно, но в ЭКУ-3 ты там не залезешь. То есть здесь вроде как вот эта рампа сделана, чтобы можно было, наверное, залезать наверх. Здесь вот здесь вот еще есть рампа, с которой можно попробовать наверх залезть. Но как бы это от ракеты, и с ракет проще туда добираться. Ну да. Ну, кнопка нам показывает. Над кнопкой тут все видели то, что здесь показано, открывается дверь или не открывается. Сейчас посмотрю, полетаю за картой. Пить. Может, здесь что-нибудь интересное можно найти. Я не летал так, кстати. Вот он телепорт, который нас кидает, и мы вот так вот летим очень быстро в какую-то из сторон. А здесь наверху как раз последняя комната с надписью. И ничего интересного. Да. Скучный маппер. Давай смотреть демки. Ну, секреток я не вижу, да, к сожалению. Ща. Упал. Где-то ходит это. Читы, да. Опять какие-то я читы. Я секретки посмотри. Ищу. Пока не на... не нашел. Провалился в карту. В общем, ладно, давай перейдем к просмотру демок. Так, здесь они у меня. Не та.
4 ваку 3 гимрок 39 секунд. Сейчас все идет, все нормально, запись, да, идет. Play. 40 секунд я пытался дойти до финиша. Неплохой стрейф такой. Да, вроде тихонько. Бы пропрыгал неплохо начало. Не срезал джамп. Угу. Залетал с двух ракет. Ну, тут с одной, наверное, угу, не очень комфортно было бы. Стреливался еще. Потратил, мне кажется, так, слишком много ракет. Пришлось здесь пешком прыгать. Да, и даже гранату использовал. Я думаю, большинство использовало гранаты. Вот в конце было... он очень мало ракет использовал. Вообще пешком почти проходил. Вот. Можно как... было бы напрямую просто ракетами спамить, да, да, он как раз из-за этого потерял очень много. А, следующий, Destroyer 3077, play. 3077, значит быстрее на почти пол... сколько? 2,3 секунды? 2,3. Угу. Ой, зачем ты прыгал? Нет, 1,3. Тут сэкономил прыжок, а вначале он, наоборот, даже лишний сделал. Да, да, да. Нажал кнопку, стрейфом проходит обратно. Успел в двери. Ну, мне кажется, он в основном из-за того, что гранату использовал. На гранате очень много времени потратил, ждал, пока она взорвется. Можно было без нее спокойно ракетами пройти. Ну, вот я говорю, скорее всего... ну, так... так уж сложилось, что, скорее всего, в ИКУ-3, по крайней мере, точно большинство использовали ракеты. Ой, эти гранаты, гранаты. Так, ладно, следующий. ДМ Россия 36.4, play. Ну, в принципе, да, граната здесь, может быть, новичкам помогала, но в итоге она... ну, и без нее тоже запрыгивалась. Может быть, надо, ну, да, больше ракеты потратить, но залететь туда. Тоже начало хорошо сделал. Да, даже, даже прыжок экономил. Да, сэкономил прыжок. Хорошо пострейфил. Хорошие ракеты, зачем-то третью еще там выстрелил, она в принципе была... все ракеты потратил. Угу. Брал гранату. Залетал в телепорт и использовал здесь три как раз. Да, но можно было поэффективнее, в принципе, их потратить. С одной ракеты можно по 200, по 300 выбивать, а он выбивал по 100, где-то по 150. Это не очень эффективно. Декус России 35,9. Плей. Быстрее на полсекунды. Ну, посмотрим сейчас. Начало очень быстрое. Ну, да, в принципе, нормально до джампа допрыгнул. Экономил тут прыжок между падами. Ну, здесь, наверное, все неплохо. Наверное, все вообще экономили. Он не такой уж сложный прям. Ну, ну, кто-то Павел, это не увидел, кто-то нет. Экономил ракеты. Но почему-то их не юзал вообще. А, он даже не подбирал. Ну как? Он их сначала сэкономил, потом 10 их использовал. Ну, не знаю, что сказать. Ну, неплохо, неплохо. Да. Без граната было быстрее. Да. Фет Сапсан, Россия, Амурская область. Play. 34,880, то есть быстрее на секунду и один, больше, чем на секунду. Интересно, он использовал? Да. Граната или без нее. Начало очень быстрое. По падам пропрыгал неплохо, сэкономил здесь прыжок. Залетел здесь нормально все, даже рокет еще дополнительно использовал. Падал вниз за ворота. Но пока все эффективно, в принципе, тоже брал гранату. Я думаю, тут
Гранату, я думаю, можно было вообще наперед как-нибудь кидать. Можно то есть, было. Кто использовал гранату, они могли хотя бы ее наперед кинуть как-то с рикошетом к патронам. Да, я еще раз его демку гляну, и там он... Мне интересно, он ставил это или нет. Там... Да, он словил рандомный оп. Это не считается демка. Вот. В смысле рандомный оп? Ну так, в последней комнате после рокета он приземлился, ему как бы и прыжок позже нажал, поэтому ему скорость прибавила. Ну, нос модерировал, значит, все ок. Ну, надеюсь. Можешь сам убедиться. Ну, я думаю, оставим эту демку. Кианекс 33.1, Россия, Тольятти, плей. Еще... Она ему все-таки не так много дала, мне кажется. Чтобы как-то влияло на его место. Но он поэтому, наверное, ее и оставил. Ну что, Кианекс? Кианекс, кстати, вот я заметил еще с тех варкапов. У него очень скилл вырос. Вот прямо видно, что он растет. Он очень далеко упрыгивал. Можно было пораньше пытаться повернуть. Не использовал гранату. Да, вот первых я не использовал. С трех ракет залезал наверх. Раз, два. Здесь как раз с трех ракет на финиш. Ну о, и тоже по скорости можно было бы их использовать получше. Да, более полого стрелять, чтобы ниже лететь и быстрее. Вот. И последняя ракета еле попала, кстати, в краешек. Следующий Push the Tempo USA 32 и 304, play. Быстрее еще на, ну, почти на секунду. Я думаю, это CXE. Мне почему-то так кажется. Написано то, что это, наверное, такое же. Начало, в принципе, очень-очень неплохое. Да, он даже вниз три ракеты использовал. Ой, как интересно. О, нифига. С двух было бы быстрее намного. Просто рокет в пол, рокет в стенку. Ну, получается, он не останавливался, и граната наперед, вот та самая. Я пока ему отдаю приз за оригинальность. Ты что скажешь? И финиш достаточно быстрый. Но мне понравилось то, что он, типа, такое вот решение, то, что, чтобы не ждать, когда ракета достанется, он просто сразу берет, идет вниз, использует рампу там, хотя, мне кажется, можно было как-то это сделать, чтобы с рампы сразу залететь. Dead Gravity 31.2, play. Еще на секунду быстрее, да, с лишним. Ну, у нас вот последние 4 демки по секунде отрыв, это очень жестко. Так, в принципе, проходил быстро, но напряжен больше, чем можно. Там можно целый прыжок сэкономить, если по-хорошему стрейфить. Минус 600 уже от меня идет. Здесь какой-то лишний прыжок, понятный, в конце получился. Но хоть падение нормальное, неплохое. Ну, третью ракету тоже там лишнюю, по идее, выстрелил. Можно было бы и без нее. И без гранаты. Лишний прыжок сделал перед... После выхода из ТП можно было сразу по приземлению рокет стрелять рокетом. Да, но тем не менее рокеты очень даже хорошие. И еще секунду, а Dead Winter. 30.0, play. Так. Да, вот он как раз сэкономил пол прыжка, можно чуть больше. На, ну, у него быстрее там получилось все. Ой, ракеты как классно завязал. Единственное, упал он очень медленно. Гранаты не брал. Собирался без гранаты. Ракеты, и сразу ракеты, же из телепорта начинает. Да, ракеты достаточно хорошие. 30.0. Бригант на 200 побыстрее. Плей. Бригант должен, мне кажется, что-то интересное показать.
как считаешь? Не знаю. Очень классно, кстати, от кнопки стрелял. Он пробустил немного и потом только подпрыгнул. И этим он очень много сэкономил. На финиш у него... Ну, тоже... ракеты хорошие. Да, ракеты очень даже хорошие. Кет, Венгрия. 29,7. Плей. Еще на чуть-чуть-чуть-чуть побыстрее. На 0,05. Около того. Там прямо весь топ. Такой фреймовый. В 29 секундах, по-моему. Когда прыгнул быстро, как раз по из-за фрейма джамп классного. Потому что у него стрейф неплохой. Но у него, возможно, благодаря и нашим турнирчикам, и пушки стали неплохие. Так что теперь даже как-то неудобно говорить, что... Ну вот, ну он стрейфер, ему можно списать там какой-то косячок. Ух ты, какой интересный. Во-во-во, я, кстати, об этом думал. Это, мне кажется, эффективнее было бы, если бы он еще... Правильно использовал. Ну, просто у него медленнее получилось, чем у меня, например. Окей, ну, моя демка. Я, ну ладно, что сказать, плей. Еще 200 быстрее. В итоге... Там еще много надо было снимать. Да, да. Даже так было пройти не так просто. Сейчас я откритикую тебя. Ой, вот здесь два упса не держал. Ну, Энтер, ну как ты мог? Ну, вот, блин, тот прыжок вообще... А прыжок, ты видишь, как ты джамп жмешь? Ну, вообще, жесть какая-то. Что ты делаешь? Ну, кстати, классная ракета звучит. И в телепорт быстро попал. Сразу 600, 800, 900. А, вот последнюю ракету можно было бы еще чуть побыстрее. Там, да, можно быстрее, но там высоту надо прыгать, чтобы попасть в этот, на финиш. Там он высоко очень находится. Ну, как-то получилось. Средняя часть между ракетой и следующим ТП, она медленная, мне кажется. От кнопки до ТП медленно добирался. Там как-то надо быстрее все делать. Окей, рекорд 29,5. Плей. Еще буквально чуть-чуть-чуть-чуть на меня перебил. Сейчас посмотрим. Очень дерзкий. Ой, очень резкий. Классно прыгнул. Вот, плюс 100. Лишний прыжок сделал. Мог сэкономить, мне кажется, еще около сотни или даже больше. Если бы по приземлению сразу быстрее стрелял. В теории даже мог бы Гризли, наверное, перегнать. Может быть, не знаю. Гризли сделал всего на пару соточек быстрее. Давай посмотрим. Плей. Ой, как-то он... Да-да-да, я знаю, так можно делать, но что-то как-то мне показалось слишком проще. Там еще зацепить нужно эту скалу. Угу. О, завернул классно. Истинный тупишник. Плюс 0.32, он на финише. Вау. Да, на финише побыстрее. Да. Так, ну что ж, это были ВК3 демки, но я могу сказать то, что ВК3 не самый топ-1, давай сейчас сначала покажу. ВР на этой карте, ну и потом так, будем... Подожди, может быть я найду его сейчас у себя, подожди. А4P2. Ну то есть есть рекорды этой карты, они были публичные, сейчас, и их можно скачать с сайта Defrag.ru, ABCDEFGH. Рекорд от сейчас. Трэшер, да? Не, подожди-ка. H4P2 FM. 26 миссий? Ой. Подожди, 28,8, ты чё, FM? Нет, у меня нет вот этого. Ну, показывай, ладно, я потом посмотрю. Окей. Или скинь мне. Да, сейчас, быстро, народ. Фраг, демос. Сейчас, народ, 5 сек. Можете промотать, пока я ищу.
Надеюсь, там превью H4P. будет. Вот она. Загрузить. Скажешь, когда будешь готов? Сейчас. Ай, я... Ладно. Ну, Случайно... нажми Escape. Да, сейчас у меня прогрузится, я нажму Escape, я случайно другую демку нажал. Нажал, смотреть. Так, все, я готов. Давай, play. 28,8, то есть она еще на больше, чем на полсекунды быстрее, чем демка Гризли. Вот. Ну, то есть большинство ее видели, и, в принципе, почти его дорожкой проходили, мне так кажется. Красава отличная. Здесь очень быстрый старт, быстро попал в кнопку, отлично пропрыгал. Ну, как вообще все дико быстро, по идее. Вот аж 400 он от меня быстрее, и финишинг 600. Ты видел, он использовал все ракеты до ТП, и в конце у него осталось после двух ракет 0, он подобрал патроны, и последней ракетой как раз залетел на финиш. То есть Да. он на одну ракету больше использовал, чем все в этих, кто проходил. Вот. Может быть, это ему дало, кстати, недостающие, ну, кучу тайма. Так, у меня почему-то вылетел дефраг. Я не знаю почему. Кританул. Но то ли он вылетел, то ли я вроде Q не нажимал. Может, написал? Черт, я здесь. Ладно. Может быть, это я такой. Или он не вылетел. Проблема не в тебе, Но проблема во на мне. экране он... А, все ок. Итак, демки. Демки. Альмера Кап. Четвертый раунд. CPM. Давай смотреть. Быстро. Sky Allen, Украина. Play. 1:03:00:48. Целую минуту он пытался пройти. Я очень надеюсь, что это не фановая демка, а... Ну вот он пытается. Прыжок не резал. Он даже не нашел этот рампу. Он не нашел рампу, когда ракеты допрыгнулись. Поставлял даже в кнопку. Это, Зачем-то. походу, одно из первых прохождений, я так понимаю. Ай-яй-яй, Скай. Почти с ракеты. Все понятно, Скайлин. Все с тобой понятно. Ой, даже телепорт еще упал. Демки Скайлина мы больше не смотрим. И еще раз телепорт упал. Ну, карта же простая, пройти ее там за минуту, меньше чем за минуту, вообще просто. Ладно, давай, следующая демка. Дукич ЮА. Или, да, плей. Скайлин. Это же Дукич. Да. О, Скайлин, старайся лучше, пожалуйста. Мы тебя очень просим вместе с Энтони. Или Дукач. Или... Дукач. Дукач тоже звучит. Очень много здесь стоял, примерялся. Да. Он с выстрелом вообще ничего не помог. Просто так рокет потратил. Рампу, кстати говоря, заюзал. Не успел. Пришлось вторую использовать. Да. Ну, вот опять же. Тут, по идее, нету сложных триксов. Тут нету ничего, на чем можно было бы прямо запороться и потом не сделать лучше. Ну, то есть, блин, карта максимально, по идее, простая. Почему нельзя... Вот он прошел 34,2. Почему нельзя было пройти с хорошей гранатой и сделать около 29? Почему? Не знаю. В чем проблема? 32,2. Лунтик, плей. Ну, всего на 2 секунды быстрее. Наверняка тоже запарился много-много где. Тут большинство демок такие. О, с дабл джампа сразу. И здесь с дабл джампа. Он нашел дабл джамп. Ну да. Так, нажал Неплохие на ракеты. кнопочку. Давай, заворачивай сразу. Во, отлично.
кнопкой вперед заворачивает все. Зачем-то пропрыгал вперед. А, ему, видимо, так было попроще. Залетел наверх. И ну а что, тоже неплохо. Одна ракета, которую он не использовал, и прям до самого финиша. Финиш. Ну, по крайней мере, он прошел чисто. И это уже очень-очень большой плюс. Плюс. Мульт 25 и ты. Ну, мне кажется, он мог там вместо того, чтобы в воде, ну, как сказать, плавать, завернуть, подобрать ракет, хотя бы около ракет гранатов кинуть. Было бы быстрее намного. Ну, ладно. Мульт 25 и 3 плей. Еще на 7 секунд быстрее. Вот уже более крутое, можно сказать, прохождение. На целых 7 секунд. Без граната, наверное. Ну, 7 секунд это серьезно, да. Тоже вот, по идее, стоял долго на падике. Чуть-чуть остановился, потратил время. Вот, он как раз граната кидал здесь, около ракеты. Но это все равно быстрее. И здесь вот он делал лишний прыжок, но тем не менее. Ой, еще финиш запорол. Да. К сожалению. Следующий. Спазник. Play. А подожди-ка, было наоборот. Он должен... А, нет, да, все правильно. СПЗ-ник. Да. 24.5. СПЗ-ник, кстати говоря, говорил, что это его первая карта за 9 лет. Нифига. То есть, это означает, что он настолько старый, что когда я пришел, он забил, понимаешь? Может быть, он забил, потому что я пришел? В чем может быть? Ну, начало, в принципе, неплохое. Использовал все триксы нормально, даже ракеты здесь. То есть, он, видимо, знает, как играть. Ну, видимо, да. За 9 лет не забыл. Финиш совсем залетел. Тоже неплохо. Да, видно, что, наверное, не один раз проходил. Да. Хорошо, не, хорошо прошел. Следующий Backzen Monitor Play. 24.400. Monitor. Как будто мы тут все лохи марсиане такие сидим. А он один с планеты Земли. Он в онлайне играл, видно людей. Да, видно людей. Ну, на планете Земля играл, видно людей. Ой, здесь как-то приземлился не очень хорошо. И три ракеты. И здесь даже. Еле как. Что-то как-то... Ну, такое. Да, медленно, кажется. То есть он не использовал гранату, он проходил все быстро. Ну, как бы... кажется, что она медленнее, чем у Ника Демка. Хотя он там много где запоролся. Ладно, следующее. Gimrock Play. 23.776. Еще, ну, почти на секунду, на 0.7, она быстрее. Итак. Нормально получился даблджамп. Второй даблджамп. Подобрал ракету, пострелял, ткнул кнопочку, завернул кнопкой вперед, хотя кнопкой бок, наверное, был получше. Из гранаты. Кстати, очень даже быстро покрасил. Да. Но из-за того, что он использовал гранату, он потерял как раз секунды полторы, наверное. Делал лишний прыжок. Да, и очень медленно в конце ракетами отстреливался. Вот, да, потерял. Время. Потерял. Котейка, Россия, плей. На полсекунды еще быстрее. Символ удачи и любви в дефраге. Котейка. Кстати, он неплохо подрос. Нет, символ это заяц. Нет, это котейка. Ты просто не знаешь. Я вот сегодня как раз обозревал демки с онлайн-капа. И он там очень даже неплохой результат показывал. Ну, не использовал гранату. В принципе, быстрее пройдены. Ну, зачем эти две ракеты? Ну, используй. Мог спокойно использовать эти все две ракеты, раз он подбирал патроны. Котейка. Я-то думал, лунный котейка даст мне силу, okay. Оказалось. Следующий. Undead Mascal 23.1. Play. Еще Mascal. На 100... Ну, с лишним секунд. Или около 100, короче. Миллисекунд. Так, все наверх отлично. Пропрыгнул наверх нормально. Но по кнопке долго стоял, можно было бы быстрее, наверное, попытать.
Но он, видимо, он скорее всего, ждал, когда кнопка прожмется, чтобы как от стены отстрелиться. Четырех ракет проходил. И вот этот рокет очень-очень высоко использовал. Да. Тут можно было намного быстрее. Еще тут скорость потерял. Москаль очень-очень плохо прошел. На самом деле. Я думаю, ну, блин, он реально плохо прошел. Мы оба знаем с тобой, что он может лучше, но этого не делает. Почему? У него четыре ракеты около воды были прям вообще как-то вертикально вверх почти подкидывались вместо того, чтобы наискосок. Там ну, надо кикнуть его, короче, все, давай дальше. Хардкор. Хардкор 23-1. Чуть быстрее на 40, да. И, ну, и в последней комнате у него было медленно. Так, следующий. Представляешь, Москаль смотрит обзор. Ну-ка, он смотрит обзор такой. В это время, когда он смотрит обзор, когда он уже залился, он уже не в андедах, и он такой слезу пускает, типа, а, андед Москаль. Да не ошибаюсь. Он так долго играет. Вот у него три ракеты были намного круче. Да, вот он очень классный. Только вот в конце он не совсем в правильную сторону стрелял. Так, ладно. Take 5, play. 22,7. Еще на 400 миллисекунд быстрее. Прыжок, дабл джамп отлично получился. Запрыгнул на ракету, на рокет. Две ракеты, почти зацепился. Чуть-чуть постояло кнопки. Это, конечно, не очень хорошо, но что поделать. Ну вот они... Раз, два, три ракеты, залетел. И вот у него, кстати, вот эти последние три ракеты намного быстрее, чем у последних двух человек. Да. Очень много скорости. На последний, правда, еще не набрал, хотя, ну, мог бы немножко поднабрать. NGOD Deco, Россия, Владивосток, 22,3, play. Еще на полсекунды быстрее у нас. По чуть-чуть каждый бой быстрее и быстрее. Много народа присылало Денки. Так, дабл джамп на рокет. Сразу начинал стрелять. Около кнопки потратил полсекунды. Здесь ракету от стенки использовал. С трех ракет залетел телепорт. Ой, как плохо. Ой, ну. Вот эти ракеты, да, они, конечно, не зашли. Но какое начало, какой старт начало у него. Было классно. Так, что у нас там? Ой, сколько. Торнер, 21,7. Быстрее на еще 0,6. Плей. Эх. Так, дабл джамп. Кнопку взял, специально назад отвернул. Нажал кнопку. Стрейфом почему-то решил назад проходить. Но он экономил, чтобы не брать патроны, я думаю, да. Ну, он даже вообще их не взял, а здесь в конце с трейфом проходил. Надо же. И финиш. Ну, не знаю, по-моему, да, медленно. Из-за финиша в основном. Так у него начало неплохое. А Минова, Минск, 21.6, плей. А, еще на чуть-чуть побыстрее. Меньше сотни разрыв. Так, дабл джамп, опять два ракета, отлично, два ракеты, неплохо. Вот около кнопки он долго постоял, ну не до, чтобы очень долго, но вот как-то так. Потратил, с двух ракет он залетел, как я и предполагал. Офигеть. Да, но можно было еще одну ракету сэкономить, если с одной ракеты залетать к кнопке. То есть почти та же самая дорожка я юзал, у меня там было 18,5, что ли, около того. Но я говорю, я сэкономил ракеты и в конце юзал одну ракету перед, ой, после выхода из ТП, одну в конце. Ой, не 18,5, 19,5, чё я вру. Ну ладно. Ну то есть очень интересная дорожка, нестандартная и вроде неплохо пройдена. Итак, следующий. Эфиоп, Россия, Екатеринбург, play. На 600 побыстрее. На 500, да, на 600. Другую рампу использовал вообще вначале. Ну тоже интересно, да. Почему нет? Чуть-чуть. Он даже почти мог бы установить. Но то, что гранату наперед использовал, это классно. Да, это. Ух, круто. Ты его назад не стены бустанул! Ты видел?
Я об этом вообще даже ни разу не думал. Там реально можно бустануть от задней стены. Но он не бустанул, он просто отстрелился. Нет, я не знал. Я не знал то, что там можно бустануть от задней стены. Я всегда в пол стрелял по выходу из ТП. Интересно. Интересная дорожка. Класс. Да. Там вот с этой фигней наверняка... Посмотрим, как там ЗКН проходил. Интересно, бустил он или нет. Так, кто следующий? Варпак на 300 побыстрее. Да, давай play. Посмотрим. 27. Меньше, чем... Да, на 300 побыстрее. Но я бы, наверное, вот предыдущему дал призер генеральности. Ну, пока подожди тогда. Да, скорее всего, мы что-то еще увидим. Неплохое начало. Ой, хорошо. Кнопки отстрелился. И гранаты очень рано наперед. С двух ракет, 5 ракет в запасе. Угу. Ой, ну тут, ну медленно, конечно, но... Ну вот варпак он мог бы использовать быстро одну ракету до гранат, ну, одну больше. И еще с трех ракет спокойно, быстро-быстро добираться до конца, не подбирать этот патрон, который в конце. То есть он мог еще побыстрее пройти. Итак, Зорн, плей. 20. Ну и гранату он кидал рано очень, тоже дало ему хороший плюс. Итак, Зорн на сотню побыстрее, на чуть-чуть. Так, две ракеты, кнопка, от нее отлично отстрелился. Ой, даже бустанул. Он грамотно по земле не делал. Но зато с одной ракеты залетел. Давай, раз, два, три. Отличные ракеты, но так как у тебя 5, ты мог, вот Зорн мог спокойно одной ракетой в пол и потом от стены несколько раз отстрелиться. Было бы реально быстрее, чем... Ну просто, когда у тебя 3 ракеты всего, тогда выгони от пола, потому что... Потому что неоткуда там сбоку стрелять. А вот когда 5, можно и от стены спокойно пострелять, наверное. Следующий. Gravity Play. Вот 26, сколько демок. Да. И 5. Очень 4. Фреймовые. Да, по чуть-чуть. Все. Демки отличаются. Ух ты, какое интересное использование ящика. Да, и циркл какой-то задний. Сундуки. Очень резкий сенс. Вот у него, в принципе, стандартное прохождение, просто без ошибок и с правильными ракетами. Да, очень быстрые ракеты. Ну, то есть, несмотря на то, что он после поворота как-то медленно подходил около патрон, и как-то все... Но все равно у него быстрое прохождение получилось. И на финише классно ракетами стрелял. Ладно, следующий. DM Play. 2624. На 2 фрейма он сделал побыстрее, чем Gravity. И посмотрим, где он сэкономил. Наверное, при подборе патронов на ракеты. Ну, не знаю, да. А здесь он высоковался. Да, как-то... Финиш вроде помедленнее. Можно было ниже стрелять и быстрее пройти. Честно, не знаю, что сказать. Ну, так, неплохое вроде прохождение. Acid Kisses, Россия, play. Это как ядовитый поцелуй? Поцелуи. Да. 20504. Дабл джамп неплохой. Дабл джамп тоже здесь неплохой. Нормально допрыгнул на кнопки. Даже нашел куда стрелять. Ой, даже... Даже гранату использовал, да. И ракеты. Ой, да, какие ракеты классные. Вот ну, у него в конце он использовал 2 как-то. Но он там лишний прыжок, по-моему, сделал. Можно было сразу по приземлению ракеты стрелять. ВМО 24, play. ВМО, кстати, в свое оправдание говорил, что это его первый H4P2 за 30 лет. Первый? Ну, то есть... Кто там?
Спызник говорил, что это его первая карта за 9 лет, а ЛМО это первая вот эта его карта за 30 лет. Ну не, в конце классно, вроде бы против. Ты ракеты очень неплохо и финиш. Да, но вот если бы еще стену использовал как предыдущий, то это было бы очень классно. А так, да, очень чистенько, очень ровненько. Я думаю, ВМО на верном пути. Кипиш, Челябинск, 22, плей. На 200 побыстрее. За 20 секунд, вон сколько надо демок, а за 19 нету почти. Видимо, он не так много надо выше не смогло выйти. Так, дабл джамп. Ракеты. Склад, мне кажется, подпрыгнул, но это было ниже. Немножко времени потратил на кнопки. Да, раз, два, три ракеты. И финишные ракеты не очень быстро. Мне кажется, он очень много в конце... Ой, не в конце, а вот во второй комнате. Около воды? Он... Да, он не сразу залетел в телепорт и на этом потерял еще много. Угу. Ну и в конце он как-то медленно прошел, высоковато подлетал, можно было ниже проходить. Forest Ahead 20.0, play. Ой, Forest Ahead, смотри, какой тайм поставил, да, хороший, по идее. 0.80, да это не 0.00. Ну, так, дабл джамп. Что в плане турнирной таблицы, я думаю, очень... Тоже растет вот он, парень. Он низко, кстати, прыгал, неплохо. Ой, кстати, ракеты такие классные. Мог быстрее пройти. Ой, высоко подлетел. Два раза, и как медленно пройден, как конец. Такие ракеты четкие, вот это да. Он около патрона для ракеты мог не останавливаться. Он мог просто сразу по приземлению сделать РЖ в пол. Было бы намного быстрее, реально. Ладно, Аурум, Словакия, 19-1, да. Play. Показал невероятный результат. Почти на секунду быстрее. Прошлый раунд, по-моему, да. Прошлый раунд у нас был 8, сколько-то Аурум затащил. Читер. Он в онлайне, кстати, играет ботом. Интересно, он как-нибудь, может, забудется такой и пошлет ботную демку. Вот он затащил в основном из-за последних ракет. Финиш очень быстро получился. Очень быстро получилось, и поэтому он намного все быстрее прошел. Хотя середина у него не такая быстрая, как у других людей некоторых. Овчаркин, 18.8, play. Очень медленно почему-то. Овчаркин должен делать быстрее. Все-таки топ-3 ДФВЦ. Все-таки топ-3 же. Топ-3 мира, понимаешь? Топ-3. А тайм говно. Что теперь? Ой, с трейфом. Он это... Он экономил ракеты, делал буст. Да, и здесь трейфом проходил. Двух ракет залетал в конце, в итоге с трейфом, да. Ну, мне кажется, что... Спорный вопрос, как быстрее. Вот смотри, мне кажется, что... Сейчас. Он мог быстрее сделать, если бы не делал буст, наверное. Хотя, может, и буст, не знаю. Если бы он проходил точно так же, только в начале, около ракеты, использовал одну. Ну, то есть, после подбора ракет использовать одну, чтобы допрыгнуть до кнопки, и одну использовать после телепорта. Когда ты выходишь, там, если забустится, то можно много-много сэкономить, а не вот так с рейфом проходить. Ну да, да. Но реально, до буста я не додумался, и там я при выходе просто РЖ в этот пол сделал. Но это все равно быстрее, чем с рейф. Итак, Мягкий Пуз, Россия, play. Мягкий Пуз? Да, чтобы еще... Чтобы внимание, перебил Овчаркина. Наверное, какая-то другая дорожка. Другой какой-то уровень игры просто у Пуза сразу видно. Поставил кнопки чуть-чуть. Использовал ракету. Да, еще. Вот он после подбора патрон сразу прыгал. И вот это ему как раз помогло. Да, и рокеты в конце достаточно хорошие. Какие рокеты хорошие. Вот красава, да? Взял и перебил овчарки. Я рад за него, хорош. Родина, 500 побыстрее. Плей. Рокет. Вот, он быстро около кнопки не стоял.
ты, он даже заскинул там уголок. Ну это больше минус, я думаю, чем плюс. И финиш. Ну... Ой, 1200, но финиш очень. Ой, финиш очень быстрый. Mm. А, драмкора Россия, Хабаровск. Нифига так быстро. Блин, прикинь. Прикинь, то есть девушка за Квена перебила Роди. Ну ладно, хоть не за Квена, как в прошлый раз. Окей, плей. Почему ты думаешь, она... Подожди. Бакет, бакет. Там быстро все. Бакет в стенку. Очень классное срезание ракет. Вау. Очень круто прошло. Да, и финиш. Тути Фрути перебил, представляешь? Угу. Перебил. Подожди, девушку. А Зекуэн была демка от него? Зекуэн первое место занял. А, да. Ок. Тути Фрути, плей. 18-1. Об уголок прыгал, нифига. Ну вот знаешь, о, наш... о, меня... о, вот он почти, по-моему, запустил, не? Не-не-не, не запустил. 18-1. У него даже на 200 быстрее, чем я. У меня первая часть не так классно рокеты пройдены. Я там бустил об пол, и, видимо, это не позволило нормально пропрыгать. Спейсинг не другой получился. Там. Ну да. Ну ладно, 18-0, плей. Кого оставить? Команде. Москаля, Тути Фрути или тебя? Азиат из классе. Ну, он выберет всех. Сначала он меня классно, но из-за буста мне пришлось сделать вот два прыжка. Очень медленно заворачивал, и, видимо, из-за этого я плохо прошел. Ну, кстати, очень быстро так. Выглядит вообще классно. Mm. И ракеты в конце очень эффективные. Да, классненько. Но хотя, вот самый быстрый способ это был со стеной, по-моему, в конце. Ну да, это я ты, я ты пока... не ждешь ничего, блин, и типа, сразу стреляешь, все ок. Так, ладно, Пикачу, Сибирь. Мне, знаешь, что кажется, что? Вот следующие два тайма, они будут... У них будет... Твоей дорожкой будут просто в конце отстрел от стены, вот я такую ставлю. Не, мне кажется, не в... у них будет просто вместо буста по приземлению будет рокет в левую стенку. Из-за этого меняется спейсинг, экономится 0.2, 0.3, и вот оно, вот они 0.2, 0.3. Ну да. Может быть. Да, ну ладно, давай посмотрим. Пикачу, плей. 17.880. Да. Топ-1. На 200, побыстрее. Да, топ-1. Поздравляем, кстати, Энтера с топ-3. Поздравляем, Пикачу с топ-1. Красавчик. А, восстанавливался без буста. Вот, как раз рокет от стены. Это ему сэкономило, вот аж плюс 400. Во, вообще видал как? И он в конце минус 200 от меня. Ну, я видал, но это медленнее, чем моя дорожка на 200. Ну, давай за Кивена посмотрим. За Кивен 17.8, плей. Уже остановился немножко. Ух ты, он... Можно он сказать, даже какой-то минус джамп, такой минус был джампа сделал. Как бы. У него тоже минус 200 от меня в конце. Он... Можно было ракеты... У него старт медленнее, но за счет того, мне кажется, что в финише... Он, ты видел, он как? Прямо низко-низко летел. Он, ну, то есть по ракетам, мне кажется, за счет этого он еще вырулил. То есть... А, я говорю, из-за спейсинга после кнопки. У меня... Ну да, тоже. Я делал буст и делал лишний прыжок, получается. Они там... Он вообще как-то в пол его выстрелил, но не бустанул, он от него отпрыгнул. Вот. Ну, и так, я даю приз... Кому там... Кто у нас там был? Бэксен, по-моему? Или кто? Я не помню. Ты давал приз.
Да. Ну, чувак, который забустился в конце, по-моему, он. Сейчас я гляну еще разок быстренько. Не, это Эфиоп. Эфиоп? Да. Ладно, сейчас я быстренько замотаю. Да, это точно не он. Эфиоп, сейчас гляну. Где он тут был? Эфиоп, плей. Сейчас посмотрю, там реально вообще забустится. Ну, он, может быть, не забустился, но он там выстрелил очень классно. Вот он летает в ТП. Летит, летит, летит. Появляется. И тут же... А, нет, он не от стены. Он просто наискосок назад выстрелил. И мне показалось, что буст. Там стенка очень далеко задняя. Ну ладно. Поздравляем Закивена и Пикачу за занятое топ-первое один место. Ну что ж, посмотрим быстренько демки в замедлении В 0,5 давай, то длинный и... будет. Да. Таймскейл 0.5. ВК3 29.3. Плей. Это Гризли, вроде бы. Чего у него демонейм такой? Давайте не будем... Так сказать. Не будем такие кривые имена давать. Мне даже хочется на единичном, на скорости в единичку. Ну, давай. Давай. Я Чего? не знаю. В Или что? 0.7 хотя бы, 0.7. Да, давай, это все. Побыстрее. Ну, Подожди. максимально все плотно, максимально все эффективно. В принципе, Гризли, он на той Гризли. У него аж минус 300 от меня. Прикинь, на ракете. Ну вот, блин, вот нуб. Надо выгнать его. Но ракеты у него очень классные. Ракеты у него очень классные. И финишные ракеты тоже. Да, он на финишных ракетах, короче, прошел. Хотя мог еще быстрее, потому что последняя ракета он себе абсолютно не добавил скорости. Ну и давай посмотрим, что две демки, да, Да, Закивен и видимо, две. Пикачу. Ну, Пикачу Давай. или ЗГ? Да, Да, Пикачу. Пикачу, плей. На 0,7 также. Угу. Как мы их только что смотрели, но все же. Даблджамп неплохой, даблджамп. Низкий подлет на взятие рокета, быстро отстрелился. Завернул неплохо. Потом отстрелился от левой стенки. Приземление, приземление и сразу же. Он себе даже спейсинг немножко подпаял там. Да, неплохо. Так, и следующая демка ZQN 17880 Play из Беларуси. Тоже нормальный дабл джамп, подлет. Низкий, кстати, на рокет. Две ракеты. Не знаю, мне кажется, буст побыстрее будет, чем расстояние. Ну, пузда, в любом случае, быстрее. Вот очень классно срезал скорость и завернул прямо на патроны. Да. Я из-за этого потерял очень много. Финиш. В конце вот тоже мог бы 1200 сделать, но не случилось, Так, ну к что сожалению. ж. Я тогда переключаюсь на браузер. Показываю результаты. Вот они, вы видите все результаты, кто на каком месте. Кто сколько очков получил за данный компетишн. К сожалению, три демки не прошло. Это от Минова, Бэксена и Римыча, потому что они были с открытой дверью слишком быстрые. Вот там 9, 10, 11 секунд. Это они, видимо, в онлайне играли, когда кто-то держал дверь. Можете прокомментировать. Вот, в принципе, скачать, посмотреть. Так, я вообще то показываю. Я это показываю другой. Сори, народ. Чего показываешь? Я смотрел другой раунд, третий раунд я показываю. Ага, лол. Да. Альмера Кап 4. Все демки приняты. Все нормально.
Но, в общем, на этом раунде тоже можно было открыть двери и пройти быстрее намного. То есть берешь рокет и сразу в двери и к финишу. Но таких демок не было, все демки приняты, все нормально. Вот кто сколько очков получил. Да, и вот можете комментировать здесь. Что там по ХП? Error was encountered. Ошибка, ошибка, ошибка. Что-то не так с комментариями. Да. На данный момент идет competition. Сделай скрин, скрин сделай мне скинь. Что там с Ты. комментарием? Да я просто. Ладно, принтскрин. В следующий раз скину. А, нет. Нет, нормально. Следующий. На данный момент идет competition по карте раунд, ну, раунд 5. CZRZ Eval. Это такой стрейф-карта, в общем. Да, уже 47 комментариев насчитывает. Да, На нее много. отводится уже 5 дней, а не 3. И будем Да, надеяться, что на там данный будет еще момент больше. осталось почти 2 дня. И как выйдет этот обзор, я не знаю, сколько там останется. В общем, присылайте демки, заходите, будем ждать, будем обозревать, ждем ваших результатов и все такое. Да, Да. так что подписывайтесь на канал, Да. ставьте лайки, Карта комментируйте. стрейф, ее пройдет любой, там тупо до финиша добежать просто, в принципе. Ну да, поэтому Да. все присылаем, Да. но не тесты. Хотя бы не за минуту, пожалуйста. Ну Да. ладно. Ладно, все, всем спасибо за то, что смотрели. Всем, да, всем удачи. Всем Всем пока. пока. Так, пока.